Всем привет! Очередной день настройки. Размечаем по высотам. Поставили лазерный уровень и отбиваем нули. Будем устанавливать желобки. Процесс идет. Чтобы установить желоб, разметили под него, надо проштробить. Сейчас мы это все дело проштробим на 3 сантиметра. Будем готовить для установки. Отравняли поверхность. Идем трамбовать. Без трамбования дел не будет. Уплотнили, завтра будем собирать опалубку. Проштробили, начнем монтаж желоба. Настроили лазер по высотам, разметили все реперные точки, отбили высотный маяк, начинаем устанавливать. Вот и установили его на свое место. Лазер для равноты. Нитка у нас для того, чтобы было видно уклончик. А он есть. Вот такой вот уклончик. Осталось подлить растворчиком. И будет вот тут жить долго и счастливо. И так тоже уровень. Идеально. Нитка это ноль, так что уклон вышел отличный. И пролили мы все это дело растворчиком, так что он до завтра высохнет, можно будет монтировать брусчатку. Ювелирно прорезал под водосток, мне нравится. Красим уголок, они будут у нас использоваться вместо борта. А вот и первая партия камня приехала. Камень разгрузили, вот такой вот камушек. Здесь разложили, то есть световую гамму подобрали. Будем сейчас укатывать. Для планировки я использую штукатурный маяк сантиметр высотой. Устанавливаем по отметкам и протягиваем правило. Вот таким образом маяки установлены. И все это дело протянуто в идеале. Мастера разные технологии используют, кто трубы вкапывают, кто профиля, но я использую штукатурный маяк. В чем его прелесть? Его прелесть, что вкопал, потом легонько вытрушиваешь, оп, и не надо просыпать, то есть уже все просыпано, бери только и укладывай. И после идеальной планировки начинается укладка камня. Так что все должно быть ровно и красиво. И как всегда, лазер в помощь. Без лазера никак. И потихонечку процесс летит. Начало положено. Чуть швы подровняем. И будет супер. Вот такой вид. А для чего варим такую приколюху, узнаете чуть попозже. Их будет 200 штук.
работала. Еще раз уплотнили виброплитой. Начинаем стелить геотекстиль под бетон. Вот таким макаром это все делается. Постелили сетку, и опалубка готова. Ждем бетон. Кто знает, для чего вот эта штука? Сейчас покажу. Раньше под сетку вставляли кирпичи. А теперь есть такая... Оп! Стопорок. Сейчас мы тоже их накидаем. И будет у нас сетка ровно посередине. Такая штучка. Вот таким макаром это все выглядит. Да, ждем бетон, он уже на подъезде. Вот 200 штук и изготовили. Миксер приехал, потихонечку льем бетончик. Вот и настал черед этих штучек. Берется штучка и аккуратненько свеженький растворчик упирается. К нему будет потом привариваться уголок вместо борта. Вот так вот. Бетон залили. Вот такая красота. Сейчас устанавливаем закладные. Для дождя, конечно, миксер воротить. Он разворотил полдвора, блин. А дожди каждый день пишут. Вот так мы сегодня и поработали. Все, всем пока, до новых встреч. И как всегда, рубрика «Помой асфальт». Ничего нового.